Что же будет дальше? Давайте еще раз. Crystal Gaming и Пудипу. Best of 1. Это полуфинал. Матч очень важный для двух команд. Опять же, ребята, столько прошли, чтобы добраться именно сюда. Здесь уже стычка. Значит, надо узнать друг друга. Здесь хорошо погибает у нас кошак. Погибает спунж. И выходит. Выходит Пудипу. Начинает немножко убивать вражеских героев. Погибает Дорисон. Погибает Лазина. Здесь он встречает Фога. Хорошо. Никого не было, ставится бомба, ну и ситуация 3 в 1, остается только один товарищ Фога, который уже вот так вот раскинулся отдохнуть. Ну, погиб. Такое иногда бывает. Первый раунд в копилку команд Пудипу, и ребята забрали, вернее, поставили, что немаловажно, бомбу. Поглядим, что будет дальше. Ребята, из защиты. Взяли себе 3 дигла. Взяли себе... Только что забрасывается дым. Взяли себе 3 дигла. Взяли себе 1 5-7 и 1 P250. Ну, их оппоненты 2 АК. Пара, даже целых 3 УЗИ. Ну что же, судя по всему, у нас будет атака Б точки. То есть все герои фактически, вернее, все фактически здесь. Ну и поглядим. Поглядим, что будет дальше. Очень-очень сильно. Это важно, у нас товарищ Норрис. У нас 20 кп. Есть дигла. Хорошо, есть хэдшот. Пока что размен 1 в 1. Погибает у нас также еще и Фога. 3 в 4. Защита в меньшинстве. И что делать, не совсем понятно. Что делать, не совсем понятно. Ну что же. Атака. Никуда не спешит у ребят. Еще целых 45 секунд, ребята. Не спеша. Тихонько. Спокойно. Идут. Идут вперед. Ну что? Что будет дальше? Здесь у нас пошла уже граната. Хорошо, есть возле памятника один. Отличный минус по тому самому кошаку, которого для памятника. Спанч пытается что-то здесь делать. Отлично. Здесь прыгает в спину с УЗИшкой. Успеет ли добежать? Да. Отлично. Хедшот. Пудипу выиграет раунд. Давайте бегло. Представим игроков. Пока что спецназ, кошак, Лажина, Фога, Спанч, Норрисон. Ну их противники, террористы. Книада, Фига, Оп, Вашик, Прайс и Арсений. Ну и 2-0. Пудипу пока что впереди. Поглядим, что будет дальше. Опять же, 4, целых 4 АК-47 есть у атаки. Есть также 1 UMP. А что же есть у защиты? 4 USP и 1 P2000. Нам дефать будет трудно, это мягко говоря. И что делать, честно говоря, не совсем понятно. Есть уже минус 2, уже минус 3. Ебать, ну Рисон кошак и плажно. Уходит здесь сейчас просто в спину. Большой проблем сейчас будут у спанжа. Я даже не успел сказать, как... Практически моментально расстреляли террористы. 3-0. Пока что Пудипу начинают невероятно уверенно. Несмотря на то, что вроде бы как защита здесь считается сильной стороной. Но первый девайсный. 4 М-ки, 1 АВП. Я уверен, что Crystal Gaming сейчас покажет. Покажет то, на что они способны. То, почему они добрались до полуфинала. Ну что ж. Понемножку прострелит в дым. Пока что не очень точно, но я думаю, Пудипу это не смущает. Ребята понемножку. Понемногу, совсем-совсем понемногу пойдут. И смогут поставить бомбу. Пока что у нас прибивает немножко Арсения через дверь. Это неприятный момент, но не будем забывать. Время тикает. Бомба пока что у нас лежит в саду. И что делать, непонятно. Есть хороший фраг. Хороший фраг от защиты. Разменивают его. 4 в 4 сейчас. Есть вот дым. Под этот самый дым спускается у нас атака. Ну что же,
есть у нас моментально два фрага. Я даже не стал сообразить. И уже даже целых три фрага остается у защиты. Только товарищ Норрисон. Что ему делать, непонятно. Он пока что бегает в сад. Но вот что, что тут делать, он понимает. Сейчас будет попытка выйти в спину. Да, вроде бы у него есть девайс. У него есть М4. Но 1 в 4. СМ4. Нет, Норрисон решил не рисковать. Лучше засейвить первый армор. Лучше засейвить эту самую М-ку. Ну, его рисковать. Ну, пути-пуди-пу. Поставили бомбу. Ждут, пока она взорвется. Ну, и счет у нас 4-0. Неужели у нас все игры будут в одни ворота? Нет! Следующий матч. Это будет финал. Финал просто обязан быть с дополнительными раундами. Ну что же, пока что 4-0. Пуди-пу впереди. Опять же, это только-только самый старт игры. Да, первый, ну, отдали пистолетку. Ну, отдали еще одну, соответственно, следующий раунд, потому что не было оружия. Отдали третье, отдали девайсный. Ну, не пошло, бывает. Сейчас еще один. Ну, нет, тут уже есть закуп, есть несколько пистолетов. Есть одна даже М-ка, есть три простых армора. Если ты хочешь, прямо в спину товарища. Но в любом случае, пуди-пу сейчас смотрится очень-очень уверенно. Здесь у нас, кстати, прайс с АВП выходит и Норрисон. У Норрисона простая М4. Норрисон сможет ли что-нибудь сделать, что-нибудь противопоставить? Норрисон, ему ни в коем случае нельзя выходить, есть туда уже огонь. Ну что ж, выход. Выход через сад, через мидл. Выход здесь у нас есть. Товарищ, товарищ из защиты, он погибает от хедшота. Ну и атака идет у нас на точку А. Есть моментальная перетяжка вроде бы как от защиты. И ребята пытаются что-то сделать. Сейчас будет встреча. Сейчас будет встреча. Арсений, хороший минус пока шакует. Также прекрасно у нас товарищ Фога. Сейчас игра 5 в 2. Остается спанш. Норрисон погибает. Норрисон остается только товарищ спанш. Опять же, десерт иглом 1 в 5. 1 в 4. Подарок оружие. И вроде бы как пытался. Пытался что-то сделать, но этого не хватило. 0-5. Пуди-пу. Пока что ведут. Ну что ж, очередной девайсный. И если Crystal Gaming сливают и его, то у них будут большие проблемы. Камбэкнуть потом будет трудно. Есть 4 М-ки, есть одна АВП. В то время как у их оппонентов есть 4 АК и тоже АВП. Тоже здесь попытка кого-то встретить. Погибает у нас уже товарищ Ваши. Хороший, хороший вот фраг для защиты. 5-4. Бомба на миду. Ну что же, атака уже никуда не спешит. Опять же, этот фраг немножко охладит их нападение. Выходит, кстати, здесь товарищ Арсений. И бросается флешка. Хорошая флешка от нее разворачивается. Норрисон готов принимать. Норрисон. Хороший минус. Сам не очень-то сильно пострадал. 53 хп осталось. Отбрасывается огнем. Отбрасывается еще и флешкой. Ну что ж, бомба лежит. Бомбу поднимают. Но обе точки под защитой. Защиты. Извините за тавтологию, но защита пока что защищает свои точки. Есть огонь. Хороший огонь по... Лак опу, он горит. Он горит, он прыгает. Потерял 47 хит... 37 хитпоинтов. Ну что, судя по всему, атака готова нападать на Б. А туда уже перетягивается защита. Большие проблемы будут в атаке. Лак оп, его контролирует. Моментально погибает. Но там биты. Там очень биты Фога. Там немного биты Норрисон. Пошла флешка. Хорошая флешка. Ну что же, пузи-пу. 6-0 или 5-0. Пузи-пу выходят. Не самый удачный выход. Спрятал один тот самый П за коробкой. Его начинает расстрелять. Он очень битый. 1-5. Crystal Gaming выиграет свой первый раунд. Еще 4 героя в живых. И еще и забрали АВП. АВП была. АВП была. В любом случае, 1-5. Ребята показали, что не просто так, знаете ли, мы дошли до полуфинала. Мы покажем борьбу. Но опять же, сейчас 4 М4. Одна АВП против 4 К47. И точно такой же одной АВП. Пока что у нас выход. Сад. Что же, Фога начинает расстрелять в дым, пошла хаешка. Еще много урона. Опять же, вроде бы сейчас пуди-пу стягивается к аплаунту. Там есть уже два героя защиты. Очень хорошая позиционка у товарища Норрисона. Он готов, готов всех принимать. Также Плазин начинает расстрелять, но не попадает с АВП. Погибает у нас вроде бы спрей Норрисон выдал. Но забрали только одного товарища Вашика. И у атаки есть все хорошие шансы поставить бомбу на А. Если бы бомба не ушла на Б-плент.
Неприятный момент на бопланту. Есть товарищ Княда, он уже бросает хороший огонь. Сейчас попытка вытолкнуть товарища Спанша. Но Спанш засел. Узнали его местоположение. Спанш, есть флешка. Спанш уже погибает. Ну и бомба спокойно подходит к точке Б. Бомбу ставят. У защиты остается только один товарищ Фога. Фога. СМ4 Фога очень далеко. Подбирает АВП, и я думаю, он будет ее сейвич. 1-6 в пользу команды Пудипу. Ребята смотрятся невероятно уверенно. Ну что же, бомба взрывается. Кстати, сейчас будет попытка сделать халявный минус. Есть! Отлично! Фога. Неплохо управляется снайперская винтовка. Еще откидывает на всякий случай смоук, но в любом случае. Бомба-то взорвется, АВП засейвить. Хочется фланга справа! Есть! Еще один минус. Возможно, сейчас попробует еще кого-то убить. Нет. Два фрага тоже неплохо, здесь Фога отступает. И, кстати, тоже сейчас будет попытка, но нет, слишком быстро закончился раунд. 1-6. Crystal Gaming по-прежнему могут. То есть, да, разница в 5 раундов, это много, но не очень. То есть, камбэк изрел, как говорится. Ну что же, 1-6, Пудипу. Кажется, ребята понемногу выходят. Там у нас уже начинает кого-то простреливать. Очень много выстрелов, а все живы. Да, побили кошака. Но на этом, кажется, все. 1-6, еще раз Crystal Gaming и Пудипу. Пока что атака смотрится слишком уверенно. Опять же, что эти ребята творят за атаку? А что же будет за защиту? Тем временем Норрисон пытается принять, откидывается флешкой. Там целых 3 игрока атаки. Есть спрей, минус ваших. С хедшотом. Нет, заходит снизу. Удачный заход. Пока что размен 1 в 1, но битые. Битые игроки защиты. 22 хп Фога, 16 кошак, 23 плазина. Одна удачная хаешка. И это просто минус 3. Плазина с АВП. Стоит на сарае. Чекает сад. Туда уже отправляется товарищ Фига Фоп. Вернее, Фига Оп. Ну что? Атака. 35 секунд до завершения. И ребята двигаются на оплон. Погибает у нас товарищ Плазина. И бомба, скорее всего, будет установлена. Чек вот есть. Есть в засаде товарищ Кошак. Ставится бомба. Кошак, успеет ли? Кошак, ребят, но с временем, кстати, Фога живет. Кошак также делает минус. Товарищ Фига, оп, делает хороший фраг. И ситуация 2 в 2. Бомбу надо дефьюзить. Бомба надо дефьюзить. АВП. Хороший минус по Кошаку. Остается в живых. Только товарищ Фога и Фога один. Фога 1, бомба стоит 1 в 2, там АВП, там АК-47, и непонятно, что делать Фоге. Гранат у него нет. Он ослеплен, бомба тикает, дефюз кит вроде бы имеется. Ну что, есть информация по противнику, и Фогу пытаются кайтить, у Фоги большие проблемы. И Фога принимает решение, что было бы неплохо отступить. Сейчас, возможно, будет попытка принять на развороте как-то противника. Нет, Фога решил убежать куда подальше. Ну что же, 1-7, Пудипу. Смотрится очень-очень круто. Поглядим, что будет дальше. Пока что целых 4 фрага у... Вернее, не целых 4 фрага, извините, а целых 4 АК-47 у Пудипу. 1 АВП. Опять же, классика, то есть так играет большинство. Здесь у нас, кстати, хорошая подсадочка. Возможно, будет попытка кого-нибудь принять туда. Уже беззаботно бежит товарищ Вашик. Вашик! Его не видно. Вашик, кажется, что-то предчувствует. Вашик живет у противника и погибает... Погибает Фога, Фога, которого подсадили, он так упал, ему грустно. Такое бывает, 4 в 1, погибает временно товарищ Норрисон. 3, 5 у нас игра, Кошак пытается что-то сделать, пока что Спанш убивает Фига, оп. Ситуация 3 в 4, атака в большинстве, здесь у нас АВП, АВП успеет ли? Да, АВП успевает среагировать, остается в живых у нас только товарищ Плазина, но он один. Он один с ЦСшкой, пытается здесь кого-то принять, чекает спину, есть дым, и что делать Плазина, непонятно. Найти какой-нибудь АВП и убежать. Или 1 в 4, просто затащить плач, раздефьюзить бомбу, взять раунд, замотивировать команду. Ну что делать, непонятно, пока что он стоит АФК, ждет. Ждет противника, пытается как-то выйти, но никого нет.
Никого совсем нет, что делать непонятно. Кстати, есть, есть, есть уже один халявный фраг. Да, хедшот, забирает сразу же АК-47. Переключается на него, переключается на нож, убегает. Здесь есть флешка по нему. Его просветили, он тянул дефа сброса с двух сторон. 1-8. Ну что же, Crystal Gaming, это бай. АВП 3. М4, скорее всего, будет приобретена еще и четвертая. 10-й раунд. Ну что же, Crystal Gaming, срочно нужен камбэк. Опять же, вроде бы, с одной стороны 4 М-ки, с другой стороны 4 АК. По одной АВП, так 6. У каждой команды, но пока что пути смотрятся куда-куда увереннее. Ну что же, Пудипу смотрится пока что очень-очень круто. Поглядим, что будет дальше. Атака не спешит, атака зажимается, часть атаки в саду, часть атаки в миду. Почему бы и нет? Зачем куда-то спешить, если можно... А, нет, у меня залагало. Нет, все в полном порядке. Да, все в полном порядке. Команды никуда не спешат. Такое иногда бывает. Небольшие лаги. Это не страшно. Это не страшно. Ну что ж. Атака все-таки переключается на точку А. Их четверо, защиты двое. Ну и как дефать, не совсем понятно. То есть, да, вроде бы есть АВП и даже есть М-ка в хорошей позиции. И, кстати, М-ка делает уже один фраг. Время у нас сразу нет. Два у нас. Морис убивает Лазина. И 3 в 3 ситуация. Но позиционка за атакой. Хотя есть совершенно товарищ Спанч возле фургона. И сейчас он должен решать. Он должен решать. Он начинает стрелять. Так, Спанч. Спанч погибает. Остается один Фога. Остается один Фога. Он с ножом бежит. Мы проиграли битву, но мы не проиграли войну. Говорит, товарищ Фога или нет, или все-таки готов, готов драться до последнего. У него есть темка, у него фулл хп, первый армор, но все же решил отступить. Все же решил отступить. 1-9, скорее всего, у нас будет. Если, конечно, не случится какого-то чуда. Но чуда, кажется, не будет. Ну что же, взрывается бомба. 1-9, Пудипу выигрывает раунд. Ну что же, судя по всему, это только пистолеты. Есть пара P250, есть Дигл. Ставится пауза. В защите однозначно надо передохнуть. Пауза снимается. Что же, 1-9. По-прежнему стоит пауза. Действительно, Crystal Gaming все же каким-то образом дошли до финала. Вернее, до полуфинала. Они обязаны взять, ну, несколько раундов. Потому что если будет 1-16, это будет не совсем зрелищно. Да, наверное, не совсем зрелищно. В любом случае, ждем. Опять же, Crystal Gaming сейчас выдохнуть, собраться, поговорить. Капитан, я уверен, что у ребят есть капитан. Он сейчас настроит. Настроит, ребят, ну давайте, ребят. 8 раундов подряд до ничьи, потом еще несколько раундов, потом еще парочку, и мы победили, и мы в финале. Ну, пока что у нас стоит пауза. Не спешат Crystal Gaming. Снимать эту самую паузу, опять же, а с другой стороны, куда? Куда спешить? Хотя можно сбить темп. Сбить темп команде Пудипу. Пусть ребята немножко, скажем так, успокоятся. Перестанут убивать все живое на этой карте. Перестанут еще выигрывать. Пусть дадут шанс другим. Ну что ж, по-прежнему стоит пауза, ждем. Ждем того самого заветного момента, когда пауза у меня снимется. Информации никакой в чате нет.
Да, стоит пауза. Ну что ж. Судя по всему, Crystal Gaming кто-то отошел, возможно, небольшие технические проблемы. Сейчас я попытаюсь разузнать информацию. Но, скорее всего, просто ничего серьезного, просто ребята что-то обсуждают. Не хватает у нас кого-то. Хотя, опять же, судя по игре, мне кажется, даже Пудипу вчетвером смогут выиграть. Но это такое. Это уже риск. А рисковать в полуфинале, мне кажется, ну совсем никто не хочет. Ну что, Crystal Gaming. Надо собраться. Показать нам камбэк. Взять хотя бы несколько, просто как минимум несколько раундов подряд. Что делать их противнику, Пудипу, не совсем ясно. В любом случае, поглядим. Поглядим, что же будет дальше. По-прежнему стоит пауза, не хватает там одного игрока из команды Пудипу. Может быть, это был злостный дудос от фанатов Crystal Gaming. Но нет, нет, я надеюсь, что он вернется, вернется очень скоро. Ну а пока, я думаю, мы уйдем совсем на небольшую рекламную паузу. Буквально полминутки. Компания Game Show приглашает вас принять участие в 4-м сезоне Лиги Game Show Open. С 12 по 29 мая пройдут отборочные туры в 4 региональных квалификациях по 2 дисциплинам CSGO и Dota 2. Общий призовой фонд сезона составит 650 тысяч рублей. География Game Show Open расширяется. Стандартным регионам прибавляется еще один – Прибалтика. Квалификации позволят определить 8 сильнейших команд в каждом из регионов. Лучшим из лучших предстоит сразиться за первенство в своем регионе и отстаивать свою честь уже в гранд-финале, который пройдет в Вильнюсе с 9 по 26 июня, где в сражениях и определится чемпион сезона. Game Show. Играть все! Ну что же, возвращаемся. Возвращаемся мы с вами в игру, но по-прежнему. Действительно, по-прежнему стоит пауза. Но мы ждем. Мы ждем. Да, я уже связался с командами. Вернее, с тем человеком, который мне поможет. Ждем того момента, когда нам подскажут. Да, мы отключим чат. Ну что ж. Ждем того момента, когда действительно закончится пауза. Что ж, возвращаемся мы с вами в игру пока что, к сожалению. Проблемы никак... Фу, вернее... Проблемы никакой, да, действительно нет, но... Почему-то не хватает нам одного игрока. Ждем. Ждем, заварите себе чаю. Ну, действительно, ждем, ждем того момента. Здесь у нас просто летает оружие. Просто летающий АВП, летающий ТЭК. Пока что информации от команд в чате нет. Ну, опять же, если обсуждать, кто здесь победит, учитывая, как хорошо и грамотно проводят раунды игроки из команды Пудипу, Crystal Gaming, мало шансов, но, мне кажется, практически всегда. Comeback is real. И Crystal Gaming могут за счет этой паузы просто сейчас каким-то лютым образом собраться. И этим самым лютым образом затащить.
ждем. Опять же, нам некуда спешить, как я говорил пару секунд ранее. Заварите себе чаю, сделайте бутербродов, потому что нас впереди ждет еще финал. Замечательный финал. Сейчас у нас полуфинал. Crystal Gaming и Пудипу. Ну и посмотрим, кто же будет играть у нас в финале. Как минимум один участник этого самого финала нам уже известен. Эту команду, я надеюсь, вы помните. Команда STX. Да, наконец-то. Наконец-то возвращается у нас гол. Говорят игроки. Ну что же, мы этого момента ждали. Ждали его довольно долго. Пауза была снята. Наконец-то. Наконец-то. Ну и самый главный вопрос, который нас волнует. Будет ли камбэк от команды Crystal Gaming? Смогут ли ребята взять 8 раундов подряд, чтобы сравнять до ничьи? Об этом мы узнаем чуть позже. С другой стороны, 7 раундов здесь, пистолетка. И вроде бы все смотрится не так уж страшно. Ладно, в любом случае нападение у нас пока что идет на плент А, как я понимаю. Но атака не спешит. Вот! Возможно, это уже была немножко тактическая пауза, когда команды... Отлично, кстати, здесь фраг по косаку. Правда, моментально разменивают. И ситуация у нас 4 в 4. Очень хорошо, когда под флешку моментально. Минус 2. Пудипу уверенно выходит на плент. Ну что ж, защита. Что же может им сказать? Есть товарищ Спанч с М4. Есть товарищ Фога с АК-47. Но бомба уже неумолима. Неумолимо бежит на плент. И сейчас, кстати, возможно, с фланга Спанч сможет хоть что-нибудь сделать. Но он не спешит. Закладывается бомба. И кажется, о Спанже уже догадывается. Да, есть дым. Дым прямо сейчас падает. И Спанж есть. Есть. Спрей. Погибает у нас Арич Ваши, погибает Арсений, но Спанжа убили. Убили с АВП 1-10. Камбэка не было, но Crystal Gaming могут себе позволить еще девайсы. Ну что ж, Пудипу пока что смотрится, ну, слишком круто. Опять же, в финале их ждет команда. Команда STX, я думаю, что вы этих ребят помните. Soul Team X. Опять же, эти ребята играли буквально минут 10, может быть, 15 назад. И эти ребята показали очень и очень крутой Counter-Strike. В любом случае, пока что у нас 1-10, Crystal Gaming и Пудипу. Пока что Пудипу, как вы, наверное, могли заметить по счету, 1-10. Очень-очень сильно впереди. Ну и атака вновь у нас идет на Upland. Понемногу ребята поджимают. Там играет на битву у нас, кстати, товарищ Арсений. 10 хп. Погибает Фога. Пока что 5 в 4. Но товарищ Арсений бит. Что же, пошла хорошая флешка. Есть выход. Чекают стороны. Никого нет. Отлично уходит Кошак. Кошак ослеплен. Кошак под дымом. Поджигает. Он погибает Арсений. Погибает Прайд. Возможно, это тот самый раунд, когда команда Crystal Gaming побеждает. Остается в живых только 2 игрока атаки. В то время как защиты целых 4. Хотя здесь погибает Кошак. Ситуация становится 2 в 3. Ну и защита. Надо просто зубами вцепиться в этот раунд и в следующее. Что ж, пошел огонь на план. 30 секунд до конца раунда. Погибает Спанж. Ситуация моментально становится 2 в 2. Очень опасный момент. Норрисон, сможет ли задефать? Норрисон, Плазина с АВП. Норрисон будет в ближнем бою с М4. Ну что ж, погибает наш товарищ Лиси. Погибает Норрисон. Пока что у нас 1-1. Плазина, фраг! Выстрел с АВП. 2-10. Камбэк из Реал, Crystal Gaming забирает этот раунд. Все же Crystal Gaming смогли. Смогли за счет АВП, за счет того хорошего фрага. Опять же появляется у нас дробовик, 3 М-ки и АВП у защиты, в то время как у атаки 4 АК и 1 АВП. Что ж, дробовик попробует принять героев с окна, но там никто не спешит. Команда прекрасно понимает, опять же, атака в этот раз играет максимально осторожно.
Ребята совсем никуда не спешат. Погибает у нас время уже спанч. Пока что атака в большинстве. 5 в 4. Прайс перетягивается. Атака в этот раз на удивление на БФ. Все время погибает у нас Фога от хедшота. Неприятно, это вроде бы контролировали это окно, но ничего сделать не удалось. Ну что ж, один раунд все же Кристал Гейминг отжали. Но надо еще один. Есть хороший фраг по Плазина. Но этот фраг от команды Пу-Ди-Пу. Неужели пауза не помогла? Погибает у нас все время еще и Кошак. И ситуация 5 в 1. Остается уже только Норрисон. Норрисон погибает. 2-11. Пауза, судя по всему, не помогла. Что же, это пистолетка? Есть пара П-250. Хватит ли их? Там 4 АК. Там все армуры. Там огромное количество раскидки. Там АВП. Что ж, появляется Дигл, появляется 5-7, появляется простой армур. И Кристал Гейминг. Надо, жизненно необходимо. Надо забрать раунды. А все, выходит на Дигл, начинает расстрелять дверь с АК-47, немножко открывает Кошака. Но пока что все живы. Пошел огонь. Да, оп, что очень-очень уверенно пожимает Кошака. Кошак погибает. Хороший хэдшот. 25-4 погибает. Время у нас Норрисон, Фога, Спанш и Плазина. И это какой-то развал. 2-12. Бай от команды Crystal Gaming. Пара Фамасов, УЗИ, МК, UMP против тех самых 4 АК и АВП. Опять же, Пу-Ди-Пу слишком богатые, то есть, хорошо, разок минус 5, еще разок минус 5. У них все равно будут баи. Да и просто так противника убить не выйдет. Ну что же, пошли у нас раскидки. Очень битая у нас уже защита, уже каешек. В то время как все герои нападения живы. Пошел прострел в дым, урона он не наносит. Ну что, понемногу выходит на Б-плент у нас атака. Есть вижу по спанжу на 43 здоровья. Вернее, по спанжу. 43 хп у него остается. И неприятный. Неприятный момент. Пу-Ди-Пу поджимают. Ребят, еще целая минута. Им спешить некуда. Ну что ж, Кошак очень хорошо. Позиционка. Хорошо. Пошел ТВП. Один минус, но второй сделать, к сожалению, не удалось против АВП. Сложно стреляться. Ну и, кстати, пока что защита в большинстве. 4 в 3, 4 в 2. И, возможно, это будет 3-12. Погибает в это время еще и Арсений. Ну и Норрисон выходит не до конца. Не до конца досмотрел. Не заметил фига. Опа, погибает у нас еще и Фога. Вроде бы хорошая ситуация. 4 в 2. Остановится все случайные. 2 в 2. Погибает у нас еще и фига. Опа, остается только в живых один. Прайс, Прайс. 1-2 против Спанжа и Плажа. Но сможет ли что-нибудь сделать? Прайс, Прайс. Погибает. 3-12. Ну что же, Crystal Gaming. Надо взять пистолетку минимум. Взять впоследствии следующий раунд, когда противника не будет девайсов. Еще станет 5-12. Взять девайсные, потом взять еще 6 раундов подряд, чтобы сравнять все это до ничьи. Поглядим. Что будет дальше? Пока что у нас 3-12. Защита собирается на Б-планту, в то время как атака их просто читает как раскрытую книгу и перетягивается на А-плент. Что ж, погибает Спанш. Кстати, хороший вроде бы хэдшот. Ну и защита перетягивается теперь на А-плент. Они готовы встречать. Погибает Норрисон, погибает Плажин, но... Фокс. Вернее, Фога. Хорошая позиция в саду. Смысл что-нибудь сделать. Стреляет. Хороший хэдшот. Кстати, за что будет попытка еще одного убить, но его убивает фига. Оп. И ситуация 3 в 1. Кошак 1. Видит бомбу, видит плен, но не видит вражеских героев. 1-3, по нему стреляет с USP. 3-13. Ну что же. Сейчас у нас... П-250, тег, еще один тег и два простых глока против огромного количества фармганов. Как этому противостоять, непонятно, но Crystal Gaming обязаны что-нибудь придумать. Ну, 3-12, нельзя же так, вот финал очень хороший. Огонь у нас пошел, просто моментальный раш, кстати, от команды Crystal Gaming. Наконец-то они показывают что-то интересное и, возможно, будет хорошо залетать граната прямо в Кошака, у Кошака мало здоровья. Погибает Пу-Ди-Пу, погибает у нас Плажина.
И пока что на ситуации. И два. Хороший спрей. Здесь у нас от Арсения. Минус 2 он уже делает. Начинает минус 3. Арсений просто прячется за камнем. Но он слишком большой. Отличное переключение на P250. Пока что ситуация 2 в 1. Прайс остается 1 против Фоги и Кашкау. Прайс хорошая позиция. Начинает стрелять. Хорошо. Минус. Ситуация 1 в 1. 52 хп у Фоги. 61 хп у Прайса. Минута. Остается минута у Фоги. Хорошая позиционка. И они обязаны брать этот раунд. Сейчас будет прыжок. Сейчас просто все решится на реакции. Прайс или Фога. Прайс или Фога. Прыгает. Хедшот. 4-13. Crystal Gaming все же могут выиграть раунды. Не зря же они дошли до финала. Ну что ж, сейчас действительно неплохой шанс на камбэк у ребят есть. Взять сейчас еще один раунд, когда у противника будут только пистолеты. И потом сейчас станет 5-13. Потом взять еще девайсный. И как-то дальше продолжает набирать раунды. Ну просто... понемногу, как-то тащить всеми силами. Это полуфинал, надо. Просто надо. Выход от Crystal Gaming. Ребята пока что не спешат. Защита укрепила Б. Три героя там, два героя на А планте. Начинает проверять у нас товарищи Кошака. У него остается 7 хп. Неприятно, что противника одни P250. Ребят, у нас уже спанч. Ребят, фигово, пока что размен 1 в 1. Но размен за защитой. Ну что ж, хороший Норрисон. Отлично, хедшот по Арсению. Ситуация 4 в 3. И все вроде бы идет к тому, что будет счет у нас 5-13. Своеобразный обмен оружием. Ну и выход. Выход на план. 50 секунд остается. Crystal Gaming. Выходит, понемногу выходит. Хорошо позиционка против угла. Пудипу начинает стрелять. Уже минус прайс. Погибает, скорее всего, еще и ваших. Ваших погибает. Даже на Фогу погибает еще и... минул 5-13. Норрисон метался. Хотел найти оружие, но оставили его только с одним UMP. Ну что же. Есть девайсы. Девайсы у Пуджипу. 2 Энки, 3 Фамаса. В то время как они будут играть против целых 5 АК-47. И надо тащить. До счета 6-13. Потом 7-13. И просто продолжать понемногу набирать раунды команде Crystal Gaming. Ни в коем случае нельзя сдаваться. Надо сейчас действительно собраться по максимуму и выдать камбэк. Ну что ж. Защита вновь имеет хорошую позиционку. Здесь у нас пытаются прострелить. Прострел... никого пока что не задевает. Что ж, выход у нас на Б-плент. Большие проблемы. На этом самом Б-пленту вроде бы есть две защиты, но хватит ли их для этой самой пресловутой защиты? Узнаем чуть позже. Атака тоже не спешит. Хоть бомба и возле Б-плента. Кошак готов, кошак выпрыгивает, чекает, никого не видно. И тут там, кажется, вижен, начинает расстреливать. Здесь вот хороший позицион у Арсения. Арсений делает минус, но там моментальный размен. Подходит, также хорошая позиционка у Прайса. Прайс делает фраг. 24 переходит в защиту. Погибает Фога, погибает ваших. Ситуация 2 в 3. Защита в большинстве, но Прайс очень битый. 22 хитпоинта, непонятно, что делать. Но бомба на апланту. Бомба на апланту. Бомбу надо просто поставить, и выбить ее будет, наверное, проблематично. Бомба ставится, бомба тикает. Это у нас кошак. Очень хорошая позиционка. Разменивается с Прайсом. Опять же, один Норрисон против двух. 1-1. Кнется Норрисон. И Норрисон проигрывает. Диффуз китов нет, но успеет. Успеет ли? Да. Кажется, успеет, но я не уверен. Ну что же. Успевает. Это 5-14. Немного не хватило. Пудипу выиграет раунд. Опять же, вроде бы поставили бомбу и были 2 в 3. И размен. Еще один размен. Но вот... потом-то героев команды Crystal Gaming не осталось. Что ж, 5-14. Последняя закупка Crystal Gaming. Это Force Buy. Ребята прекрасно понимают, что или сейчас... или никогда. АВП, 2 калаша, 2 тека. Это будет играть против 2 эмок, АК. Фармаса и дробовика, но уже есть хороший фраг по Прайсу. Прайс погиб. Ну и атака.
Судя по всему, будет на апленд. Бомба находится там. Но бомба никуда не спешит. Опять же, куда спешить? 5-14. Пудипу. Нужна победа и нужен матчпоинт. В то время как Crystal Gaming нужен камбэк. Нельзя давать противнику матчпоинт. Арсений хорошо принимает, есть фраг по Норриса, но здесь в то время фигового дробовика, отлично, и фраг от самого кошака. Не успел среагировать, ситуация пока что 4 в 3, атака в большинстве. Ну что же, спанч, надо повернуться налево, спанч поворачивается, в то время как Вашик заходил в комнату, перезаряжая оружие, это ошибка. Арсений сейчас, скорее всего, примет. Арсений, есть минус, ситуация 2 в 3, защита в меньшинстве. Бомба возле Б-планта, 45 секунд остается до конца раунда. Что же, принимают у нас здесь просто легчайший фраг Арсения. Ситуация 3 в 1. Остается в живых только один герой защиты. И его сейчас, скорее всего, еще и примут. Хотя, просто легчайший фраг. Есть хаешка, есть еще и флешка. И неужели здесь удастся кого-то убить? Да, приходит сюда, в минусов. Бэй, неожиданная ситуация. Сильно 3 в 1, становится 1 в 1. Он не видит товарища Фогу. Он пытается разминировать. Пошла хорошая флешка. Нет, прыгает и погибает. 6-14. Игра продолжается. Ох. Ну что же, Crystal Gaming выиграли для себя еще немножко времени. 2К, Галил, Тек, АБП, теория, спин у нас просто себя. Тут на развороте. Спанч погибает. Неприятный момент. Атака немножко захлебнулась. Хотя, убили уже фигово. Получится, что там пистолеты захватить плент не составит труда. Я склоняюсь к этому. Но в любом случае есть защита. Погибает у нас конец. Ситуация 4 в 3, 4 в 2. И это, скорее всего, 7-14. Да, так оно и есть. И сейчас эйс делает у нас, кстати, кошак. Эйс, это же круто. Ну что же, Crystal Gaming 7-14. Надо взять всего лишь 7 раундов до ничьи. А сейчас будет пистолетка. И это, скорее всего, 8-14 как минимум. А там взять еще девайсный, это уже 9-14. А потом еще пистолетка, это 10-14. Там буквально еще несколько раундов. И, ну, немного. Понемножку, небольшими шажками. Раунд за раундом. Crystal Gaming должны тащить и продолжать эту замечательную игру. Что же, атака рашит Б-плент. Это легчайший Б-плент. Защиты больше там нет. Защита. Защищает пока что коннектора. Пока что сады. Бомба. Бомба ставится. И бомбу сейчас будет выбить действительно проблематично. Ну что же, спанч. Очень хорошая позиционка. Он готов. Готов принимать товарища Прайз, у которого только пистолет. У него даже нет армора. Да, принимаю, здесь у нас правильная ситуация. 5 в 3. Что ж. Все. Судя по всему, хотя у нас тем временем пытаются убить Фогу. Фога живет. 8-14. Crystal Gaming продолжают игру. И это действительно похоже понемногу на камбэк. Да. Уже фанаты Пудипу боятся, мол, ребят, ну, немножко расслабились, хватит, давайте, собираемся и выигрываем. А уже не выходит, уже не выходит. Crystal Gaming почувствовали вкус крови, почувствовали, каково это выиграть раунд за раундом, и им, судя по всему, понравилось. 3 МК у защиты, 2 АВП, в то время как нападение 4 АК и 1 АВПшка. Что же, это опять раш Б-плента, и пока что здесь Пудипу готовы принимать, есть у нас уже хаешки, и защита сейчас знает, есть хороший минус по Фоге. Еще один минус по Норрисону, и атака полностью захлебнулась. Хотя сейчас ситуация 5 в 3. Можно что-нибудь еще по-прежнему делать. Есть АВП, минус. Нет, погибает сам Плажина. Пудипу выиграет раунд, это матч-поинт 8-15. Все, собрались. Пудипу, мол, действительно, ну, расслабились. Дали ребятам шанс. Сейчас бац, и, соответственно, тот самый камбэк.
Что же, невероятно важный раунд по типу Crystal Gaming. Хороший смоук, вновь выход частично на бэплэнд, но там очень много игроков защиты. Пошел огонь, огонь не точный. Ну что ж, бомбы притягиваются в сторону мида, в сторону садов, и, судя по всему, будет попытка выйти на апленд. Но, опять же, пока что 5-5. Да, питый кошак. Но это не помеха. Что ж, выход от Моррисона. Там их может принять товарищ Арсений. Вроде бы хорошо, хорошая позиционка. Остается буквально, ну, последние 50 секунд. И надо, надо что-то предпринимать. Crystal Gaming, срочно разыграть какую-нибудь стратегию, собраться, обмануть противника, перехитрить. Возможно, попытка пока что только на апленд до бэплента. Да, ребята успеют, но там противник, а его надо еще выбивать. Что ж, есть выход. Вроде бы через сад, вроде бы в сторону апленда, но не спешат, не спешат. А время-то тикает, погибает у нас временем ваших, разменяется его спанжа, ситуация 4 в 4. Таймер. Есть такая неприятная штука, как таймер погибает. Нет, никто не погибает, остается буквально последние 20 секунд и надо либо убивать, либо ставить бомбу. Crystal Gaming не знают, надо срочно вестись на апленд. Там есть пока что только товарищ Арсений. Арсений, надо убивать, Арсений. Живет, хороший огонь. Выход полноценный на апленд, но апленд уже укреплен, и большие проблемы. Большие проблемы у Crystal Gaming. Надо сейчас или всех убить. Минус Фога, минус Орисон, это ГГВП. Это good game, well played. 8-16. Пудипу выигрывают эту встречу. Все же ребята собрались. Дали противнику небольшой шанс, но... это не камбэк. Это полноценная победа команды Пудипу. Ну что ж, ребята проходят в финал. Я ухожу сейчас на небольшую рекламную музыкальную паузу, после которой я к вам...